골라요. 오늘은 내가 쏘는 거니까. 완전 신난다. 와인은 내가 고를게. 잘 먹겠습니다. 에어컨 때문에 춥다. 덮어. 음식 흘릴까 봐. 흘리면 큰일 나. 당신 오늘 옷을 좀 덜 입었다. 잠깐만. 한 번에 하나씩만 노출하는 걸로. 오늘은 속살만. 잠시 화장실 좀. 같이 가. 나도. 저도요. 아니 누구 좋으라고 옷을 훌렁 벗고 다니는 거야 대체? 여자들은 왜 저러냐? 누가 몸매 좋은 거 몰라? 나만 알면 되지. 꼭 저렇게 다 보여줘야 직성이 풀려. 딴 놈들이 쳐다보는 거 신경 쓰여 죽겠어. 길에서 서있어 쳐다보는 자식들 다 눈탱이 밤탱이 만들어버리고 싶어. 내 속은 어떻겠냐? 메아리는 어리고 예쁜데. 요즘 우리 네 명은 모두에게 여자가 있는 인생의 황금기를 누리고 있었지만 우리는 여전히 계속하여 남자였고 수컷이었다. 잠시만. 다만 내 여자의 노출은 못마땅하고 불특정 다수의 노출은 반가운 일관성 없고 아이러니한 그런 수컷이었다. 1993 году к власти пришло гражданское правительство, был открыт The John Expo, и SEO Taji & Boys выпустили свой сингл Anyway. А мы были поколением X. Быть честными и прямолинейными – вот основные принципы поколения X. Мы все так считали. Три соперника. Живых останется только один. Да. Только один. Ну надо же, пришло срочное сообщение из дома. Наверное, денег прислали. Значит, я сегодня зажигаю. Тогда, наверное, стоит представиться друг другу. Все три года в старшей школе, из всей школы, я всегда учился хуже всех. Меня зовут Рок. Я не сказал маме, что пошел на свидание. Мама не должна знать.
Ну что ты перед дамами-то? Угощайтесь. Сегодня я плачу. Не стоит волноваться. Это такая болезнь. Наконец-то. Привет. Меня зовут Ким Шоншин. Картофки фи хотите? Картофельки? Вкуснятина.